Добрый день, уважаемые инжироводы. Вот показываю вам с утра мой инжирчик, который растет на входе. Это вот у меня прививки этого и прошлого года. Здесь у меня BFF. Вот инжирчик Виолетта. И мы видим, вот что происходит. Лопаются плоды. Я вот в кучку собрал, сейчас покажу вам. Вот видите, это вот так собрутся, полопалось. Это реакция инжирчика на резкое повышение температуры, которое у нас случилось позавчера. Температура днем достигла 36 градусов. И полетел лист с этого инжира. То есть вот можно посмотреть на примере вот этого побега. Здесь вот видите, отлетают плоды, были листья, и все это летит. Одно ведерко я собрал вчера листьев, сейчас второе принесу, ведерко соберу, приберусь. Это у нас проход, выход из дома. И вот такая история. Страшного там ничего абсолютно нет, сразу скажу. Ну, например, вот собруция, которая здесь возраст побольше, она привита, по-моему, 4 или 5 лет назад. Ну вот, неприятный момент — это вот разрыв плодов. Это понятно, что все на выброс уже, туда они не пойдут. Проблема у меня с этим инжиром такая, что здесь у меня все бетон. Это инжир остался мне от старых хозяев. И вот здесь вот корень у меня, вот в этом месте. Все у меня корневая фактически под бетоном. Я тут проливал капитально. То есть влага все-таки попала, но не вся корневая, видимо. Получила воду, и вот такие последствия. Насекомых я почти разогнал здесь. Белая цикадка немножечко есть, серая тут чуть-чуть. Но, как говорится, особо вреда они сейчас уже не наносят. Но, тем не менее, вот сами видите, прямо вот хожу. Лист отрывается и полетел вниз. Ничего страшного тоже, опять же, не вижу. Побеги, как говорится, загрубеют к осени. И все будет с ними нормально. Вот, смотрим на яблоню, которая вот рядом стоит. Тоже с ней все хорошо, в плане ни одного полива, ничего с ней страшного не произошло. Вот озимина, но тоже пришлось ее пополивать. Вот ее корень, вот видите. И все, опять же говорю, с ней все хорошо. Ну что ж, сезон продолжается. В основном в саду наверху, где бетона нет, там с инжирами все нормально. Стоят без полива, спокойно переносят эту жару, ничего страшного не происходит. Спасибо всем за внимание.